Януковичем. Единым в Генпрокуратуре сообщили, что в расследовании против столичных полицейских, которых подозревают в убийстве, похищениях и пытках, есть новые подробности. Как оказалось, они находили потенциальных жертв, используя горячую полицейскую линию 102. Чаще всего это были одинокие пенсионеры и малоимущие жители столицы. Киевские копы запугивали и пытали своих жертв. В ГПУ не исключают, что за этим преступлением стоит целая группа правоохранителей.